пошло. Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Продолжается у нас день игр. Играет 2005-2007 год. МБА, Глория и Пушкин. Посмотрим на данную встречу. Стартовое сбрасывание. Так, судьи готовы, все готовы. Ну, поехали. Стартовое сбрасывание выигрывать. Ну, мяч остается у Пушкина. Номер на 13-го, 13-й. Федор промахивается. И тут на подборе нулевой номер. Это у нас Александр. Александр дает скидку на 6-го. Рома. Промахивается, к сожалению, Роман. И опять перехват. 23-й. В атаке. Находит передачу на 6-го Романа. Итак, МБА Глория, я так понимаю, в оранжевой форме у нас. Это номер в атаке. Это номер отдает на 7-го. Смотрит у нас Ефим. Отдает передачу на 6-го. Давид. Давид. МБА Глория начинает атаку. 7-й номер. Ефим с мячом. Проходит под кольцо, находит скидку на 13-го Максима. Максим мимо. Подбор за Федором. Федор находит 6-го. 6-й номер в атаке. Рома. Тут нулевой номер Александр. Бьет треху, но не попадает. И остается мяч у Пушкина. Юрий находит скидку на Александра. Александр. Тут опять на Юрий. Юрий под кольца промахивается. И 14-й. Это у нас Андрей. Тоже промахивается. И подбор за 7-м номером. Разгоняет атаку. Ефим. Дмитрий. Дмитрий в атаке. Теряет мяч. 13-й. Побежали. Быстрый отрыв. Рома зарабатывает на себе фол. Роман. Семнадцатый выходит на скамейки запасных. Вместо него подменяет его 13-й номер у МБА Глория. И 6-й будет пробивать штрафные броски. Рома. Посмотрим. Первый промахивается. Роман. Второй штрафный бросок. Мажет. И тут на подборе 14-й. Андрей забивает у нас 2 очка. 17-й с мячом. Отдает на 7-го. 7-й. Ефим. Проходит. Останавливается. Находит. Находит Богдана Давида. И 6-й номер у команды Пушкина. Фалит. Никита у нас будет выводить мяч из боковой линии. Давид с мячом отдает передачу на 16-й. Борис забивает 2 очка. Борис. И 10-й номер в атаке. 13-й. Отдает передачу. Хорошая скидка на Андрея. 15-й будет водить. Находит своего партнера по команде. 10-го. Тут 23-й в атаке. Юрий забивает, и его 13-й партнер Федор тоже не забивает из-под кольца, но быстро атаку разгоняет МБА Глория. 5-й номер у мяча, Дмитрий. Дмитрий мешкается. Ой-ой, не доходит мяч до Давида.
13 номер сейчас. Федор с мячом. Федор. Средний бросок. Нет, останавливается. Отдает скидку на 22-го. 22-й мажет. И как-то не разобрались партнеры, но остается мяч 22-го. 22-й мажет, к сожалению. Павел не отличился забитыми бросками. И 23-й фол. 23-й номер зарабатывает фол. Юрий садится на скамейку запасных. Вместо него уходит Роман. К седьмому номеру. Ай, не проходит передача на Дмитрия. И тут разгоняет атаку. Десятый номер Даниил. Находит скидку. И нулевой номер Александр забивает 2 очка. Дмитрий пытается обойти партнера, противников имею в виду. Находит скидку на 16, 16 на Богдана Давида и фалит. Фалит шестой номер. Извиняюсь, шестой номер будет выносить за боковой линии, но перехватывает мяч 10 и быстрый отрыв. Стратыв от нулевого номера, нулевой номер на 20-го, 22-й на нулевого, и Александр не забивает. И Алекс, 22-й номер, Павел это смог подобрать, но не отличился. Кстати, мяч камень, Павел, ой-ой-ой, волейбол играет. Ребята, 15-й номер у мяча, Федор. 10-й. Забивает 10 номер. И Даниил отличился 2 очками. Счет у нас 6-2 в пользу Пушкина. Проходит 7 номер и... Ефим будет пробивать 2 штрафных броска. Замена производит команды. Ожидаем 2 штрафных броска от 7 номера МБА Глория Ефима Алексеева. Алексеев мажет первый штрафной бросок. Будет ли второй забитый? Узнаем чуточку позже. И второй бросок мажет на подборе. Нет, остается мяч за Пушкина. Разгоняет быструю атаку. Тут можно пройти самому или отдает скидку на 10-го. Забивает Даниил. 2 очка. В атаке 7 номер МБА. Говорит, это Ефим. Ефим в проходе. Забивает 2 очка. Ефим. Хороший силовой проход. Нам показал сейчас. И отметился 2 очками. Находит на 14-го и Андрей. Не забивает Андрей. И разгоняет быструю атаку МБА Глория. Очень мимо. Какой-то быстрый баскетбол мы сегодня смотрим, дорогие друзья. 12-й номер. Федор. Федор может пробить 3-очковый. Но нет, чего-то ждет. Федор отдает передачу. Хорошая передача на 7-го. Это Роман у нас отличился 2 очками. Продолжаем нашу игру. Итак, 7 номер МБА Глории. Ефим в проходе, теряет мяч и быстрая атака. Хорошая скидка. Роман забивает 2 очка. Счет у нас уже 12-4. Скидка на 13-го. Тут будет ли 3? Нет. Дмитрий пошел в проход. Ой-ой-ой, какой-то непонятный бросок, то ли пас, не знаю, честно. Замены происходят, производят команды. Иванов Андрей будет выводить мяч из-за лесовой линии. Начинает атаку. Федор. Ой-ой-ой. Пофинтился, чутка отдал на 3-очковую линию тут.
Седьмой номер. Не попадает трехочковый. Тут быстрая атака. Хорошая скидка. Нет, плохая все-таки скидка. И мяч остается у... Да... Так, я извиняюсь. У Пушкина. У Пушкина остается мяч. Шестой номер вышел на площадку. Рома у нас вышел на площадку. Находит скидку. Тут потеря происходит. 17-й. Идет передача. Седьмой номер. Два очка забивает седьмой номер. Алексеев. Ефим. И в атаку идет игрок команды Пушкина. Рома забивает два очка. Пропустили, прозевали игрока четвертого номера. Данилу. Ой-ой-ой. Какая-то травма. Так-так-так. Сейчас у нас неполадочки. Надеюсь, врач справится со своей работой. Видимо, что-то с коленом у седьмого номера. Уходит седьмой номер с площадки. Повредили ему колено. Роману. И тут будет начинать атаку Пушкина. Чего ждут, не понимаю. 11 номер у мяча. Это Роман. Роман, ой, потерю делает. И пятый номер. Ой, какой фейк сделал. Денис забивает. Ой, извиняюсь. Это Дмитрий забивает. Два очка. Ой, как накручивает шестой номер. Что это было? Мог дать фол. Судья, но молчит. И четвертый номер. Промахивается, к сожалению. Шестой номер. Фалит. И тринадцатый встает на линию штрафных бросков. Максим будет бросать штрафные броски. Первый бросок промахивается, к сожалению. Остается 20 секунд до конца. Так, будет реализован второй бросок. А второй бросок еще мимо. Промахивается. Поправляет прическу шестой номер. Рома, и все-таки мяч остается у... Все, завершается первая четверть. Судья объясняет, что вышло время, и первый тайм заканчивается. 14-10 в пользу Пушкина. Вернемся во вторую четверть. Продолжается наша встреча. Белогвардия против Пушкина. Так, выводит Белогвардия, но почти что делает потерю. И тут можно перехватить. Увидит ли судья? Да, увидел, что последним коснулся игрок Белогвардии.
14 номер в атаке. У Пушкина Андрей фалит. Неправильно поставил заслон, видимо. И тут начинает атаку. Небольшие словесные перепалочки у нас здесь. 13 номер в атаке. Это у нас Федор. Федор накручивает соперника. Просит заслона. Хорошая скидка. Забивает Юрий. 2 очка из-под кольца. 16-10 счет у нас. Начинает атаку МБА Глория. Находит 4-го. Это Ефим. И тут 14 номер. Хорошая скидка, и тут 6 номер должен забивать. Рома не забил, и тут быстрая атака, аут МБА Глории. Пушкина идет в атаку, на любой номер, отдает на 23-го, и тут 14-й. А номер показывает. 13 номер с мячом. Это с Максима отдает разыгрывающего Ефима. Ефим накручивает. Ой, хороший спин-мув показал, но не забил. Но подобрал, смотрите. Бой за мяч. 12-й. Хорошая скидка Федора на 5-го номера. Это Дениса. Ой, извиняюсь, Дмитрия. И подбор за 14. Ай-яй. Пробежку показывает судья. Была. Разгоняет атаку 13 номер. Федор. Федор, будет ли заслон? Будет заслон. Можно здесь скидочку. Хорошая скидка на 14-го. Пробежка. Пробежку свистит судья. 7-й разгоняет Ефим. Ефим в проходе отдает на 14-го. И тут 13-й номер с мячом. Они там мешкаются, ребята. Но остается мяч все-таки. Двойное видение показывает судья данной встречи. Замена. Замена производит обе команды. По одному игроку меняют. Федор с мячом пытается обыграть. Тут Александр на подхвате. Александр в проходе. Мажет, к сожалению. Что? Ой, какой показ. Какой-то фейк. Непонятно. И забивает Рома. 2 очка. Хорошо брал оппонент. И забросил 2 очка. Тут у нас 14-й. 5-й номер. Дмитрий, будет ли атаковать? Атакует. В атаке теперь уже Пушкина. Александр с мячом. Пробежка. Пробежку показывает судья. Мяч остается у МБА Глории. Седьмой номер. Разыгрывает Ефим. Ефим отдает передачу на 16-го. Борис теряет мяч. И теперь атака будет у Пушкина. Александр с мячом. Саша нужен. Можно пройти. Проходит и промахивается, к сожалению. За 4-м подбор у Глории. Ефим подобрал. 13-й делает показ. Максим на 5-го. Дмитрий находит скидку на Ефима. Ефим. Хорошие 2 очка организует. Шестой номер. Ой, хорошая скидка. Хорошая скидка от Романа на 15-го номера Максима. Максим забивает. 2 с фолом.
И посмотрим, будет ли штрафной бросок от Максима. Промахивается 15-й номер Максим. Это быстро у нас проходит время. С мячом игрок команды МБА говорит Дмитрий. Дмитрий накручивает противника. И теряет. А, нет, все-таки. Фол. Фол свистит судья. Пятый номер у мяча. Дмитрий отдает передачу в пост на Ефима. Ефим продавливает и зарабатывает на себе фол. Зарабатывает на себе фол Ефим и будет пробивать два штрафных броска. 20-12 счет у нас. Впереди команда Пушкина. Ефим первый штрафной бросок мажет. 5 минут остается у нас. Ефим. Будет ли забить второй штрафной бросок? Мажет тоже. И на подборе 4-й. Кидает по кольцу, но не попадает. И быстрая атака от Пушкина можно организовать. Ой, ребята не разобрались друг с другом. И тут проход. 16-й останавливается. Красиво сделал Борис. И забивает 2 очка. Ой, отпустили Максима. Пропустили Максима, и тот забил 2 очка. Ой, хорошая скидка, но не проходит она. Александр с мячом разыгрывает быструю атаку. Александр 2 очка забивает. Видимо, жалуется на колено Александр, но продолжает играть. И тут поздно отдал мяч. В атаку побежали Пушкина. Пушкин. А перехват хороший от 4-го номера. Ефим, будет ли 2? Хорошая скидка. И тут Дмитрий. Ай, не забивает на подборе. Максим. Максим тоже не забивает. Денис. Промахивается Ефим. Подбор за Пушкина. Пушкина. Хорошая скидка на Александра. Тот промахивается. И Ефим на подборе. Бежит в атаку. Аккуратнее, аккуратнее с нашей камерой. Ефим, что за проход? Хороший! Ефим. Хороший. 2 очка организовал он сейчас. Опять пропустили Максима. И тот должен реализовать. Ай-яй-яй. Обидно. Пролетает мяч из кольца. Замена производит команда. Продолжается наша встреча. Замена произвели обе команды. 5-й номер. Дмитрий. Она ходит Ефима. Ефим в проходе. Ай-яй-яй, не разобрались партнеры. Ой-ой-ой, 6-й номер. Что это? Хороший кроссовер был, показал нам. Но не забил 3-й номер. Но не забил 3 очка, имею в виду. Ефим с мячом. Ефим накручивает. Ой-ой-ой, 3-очковый. Мажет 3-ку. И на подборе Роман. К сожалению, промахивается. Не видел, честно, кто бросил, но все равно промахнулись, и мяч остается у МБА Глори. Тайм-аут берет команда. Пушкины взяли тайм-аут.
Продолжается наша встреча. Тайм-аут, я думаю, повлиял на команду Пушкина. Но посмотрим. Поехали. Начинает игру Дмитрий. Причем, что номер пытается давить. Ефим накручивает, отдает на 16-го. Это у нас Борис. Борис на 17-го. Тут Ефим опять. А я сильно выкинул. Ефим. Остается мяч за Пушкина. Пушкина, быстрая атака. И шестой номер забивает. 2 очка. Роман. Хорошую игру нам сегодня показывает. И опять перехват от 22-го. Ой, в стиле Коби Брайанта исполнил. И по голове прилетело. Роман с мячом. Ой-ой-ой. Не смог забить со средней дуги. Роман накручивает. Седьмой забивает у Пушкина. Это Роман у нас отличился. Фамилию не выговорю, извините. Ефим отдает на 16-го. Бориса. Борис исполнил бросок из-под кольца, но мимо. Фалит Борис. И мяч у Пушкина. Ты что, проходи, извиняюсь, что-то задремал тут. Роман исполнил проход, но не попал. 2 очка. И тут седьмой Ефим в проходе будет сам атаковать. Ай-яй-яй, хотел красиво исполнить, но не получилось у Ефима. Потеря. 16 секунд остается у Пушкина. 10 номер. Отдает передачу на Павла. И тот Павел завершает 2 атаку. 3 секунды. Надо кидать надо. И бросает он, но не попадает. К сожалению, 17 номер. 30-16. Заканчивается первая половина. Впереди команда Пушкина. Вернемся после большого перерыва. Это
Извиняюсь, проспал. Продолжаем. 16 номер. Блокшот ловит. 10-й потерю делает, к сожалению. Ефим у нас с мячом сейчас. Разыгрывает атаку. Дмитрий. То есть на эти скидки находится Ефима. Непонятно, что произошло, но продолжаем. 3 секунды нам подсказывает судья. Рома у нас с мячом. Обыгрывает, просит заслон, аккуратнее, тут камера. 22 номер, неправильно поставил заслон. И 6 номер сейчас будет разыгрывать атаку. Отдает на Ефима, Ефим на 5-го. Дмитрия. И тут Ефим проходит, силовой проход показывает и кидает в щит. 10 номер. Отдает на 22-го, 22-й. Находит скидку на 10-го, 10-й. Проходит, хороший проход показывает, но не забивает. Фалит. Фалит, 7 номер. Игрок команды Пушкина. Это у нас отличился Роман. И сейчас будет разыгрывать атаку МБА Глория. 6 номер. Давид с мячом. Отдает на Ефима. Ефим делает показ, хороший показ. И промахивается, к сожалению. 6 номер в проходе. Забивает 2 очка. Рома отличился в этой атаке. Ефим на Дмитрия. Дмитрий трехочковый.
Мажа, к сожалению, но на подборе Ефим. Забивает 2 очка. И тут у нас Рома с мячом. Мешкается. И хотел попросить фол, но не получилось. Средний бросок исполняет Дмитрий, но не попадает, к сожалению. И у нас продолжается атака. Ефим, средний бросок, пока сделает. Хотел сделать спин-мув, но не получилось. И тут быстрая атака. Роман, ой, хороший показ был на то, что надо передачу. Идут Дмитрий. Александр, извиняюсь, на подборе и забивает 2 очка. Дмитрий с мячом сейчас. Садков, наверное, правильно произнес его фамилию. Дмитрий накручивает. Ефим в проходе. Остается мяч у Пушкина. Замену производит команду. 23-й выходит. И выходит у нас еще кто-то. 15-й выходит у нас. Начинает атаку Пушкина. Тринадцатый номер разыгрывает атаку. Федор проходит и мешкается, но находит 15-го номера. Это у нас Максим. Пробежку делает Максим и потеря. МБА Глория будет выносить мяч. Семнадцатый номер с мячом отдает на 4-го. И тут... Давид очень мимо кинул молоко прямо. Аккуратнее, чуть не проломил стену. 23-й номер Пушкина. Юрий. Тут Давид. Не потеря. Все-таки остается мяч у МБА Глории. 6-й номер в атаке отдает передачу на 23-го. Ай-яй-яй, аккуратнее надо играть. Тайм-аут берет тренер команды МБА Глории. 34-18, остается 7 минут до конца третьей четверти. Итак, штрафные броски у нас исполняет 23-й номер, игрок команды Пушкина, Юрий. Первый, к сожалению, промахивается, а второй... Реализуй. Второй штрафной бросок. Юрий. Атака за МБА Глори. Давид с мячом. Накручивает. Ой-ой-ой. Чуть ли не пробежка была. И Ефим промахивается, к сожалению. Остается мяч у Пушкина. МБА Глория с мячом. Ой-ой-ой. Двойное видение сейчас исполнил.
игрок команды МБА Глория. Видимо, он забыл, что играет не в баскетбол, а в гандбол. Тут у нас нулевой номер. Александр промахивается, к сожалению. И будет атака за Пушкина. Максим выводит мяч за боковой, из лицевой. И тут десятый очень мимо. Даниил. Очень прям мимо. 17-й номер. Делает передачу. Но не доходит передача. Максим у нас на подборе. И тут 23-й номер. Должен забивать. Хотя бы сейчас. Нет. Вам блокшот ему отвешивают. И Давид разгоняет атаку. И почти что теряет мяч. Игра ногами. Вместо гандбола теперь у нас футбол. Игроки показывают. Замена у нас происходит. 5 и 15 номер выходит вместо 6 и 7. Поехали. За боковой. Александр. 2 очка мимо. Но подбор почти что забирает. Зеленый 0-4 персональный. Подсказывает мне, что у нулевого номер 4 персональный фол. Ой-ой-ой. Опять 17 номер МБА Глории. Никита играет в гандбол. И делает потерю. На передовую выходят они все-таки. Заигрывает на Максима. Максим. Хорошие 2 очка забивает Максим. Показывает свои центровые качества. Играет защитный центр. 5 номер. Дмитрий. Неточную передачу отдает. И остается мяч у Пушкина. Пропустил я, забили Пушкина. Черт, номер. Перехватывает мяч и... Ой-ой-ой. Спортивный, по-моему, получает игрок команды МБА Глории. 14 номер. Пробивает штрафной бросок. Первый мажет. Будет ли забит второй? Вот Юрия. Юрий забил второй бросок. Хороший реализованный шофтный бросок. Пушкин выносит мяч. Юрий с мячом. Отдает передачу в пост на Максима. Максим! Ой, извиняюсь. Аккуратнее с камерой нужно. Юрий разыгрывает атаку. Находит 10 номера, но тут потеря. Ой, хороший, хороший. Вырвал хорошо мяч у игрока команды. Ой, как борется Максим, но забивает 2 очка. Но остается мяч за Пушкина. Потеря у Пушкина, и МБА Глория будет начинать атаку. Замена у нас происходит.
Смотрите, игрок команды МБА Глории выше Алины. Интересный факт. Потеря у нас. Продолжаем нашу атаку. Четвертый номер делает фейк. И тут 12 номер. Пушкина Егора дает передачу на 22-го. Павла. Павел проходит. Хорошие шаги. Продолжается наша атака. МБА Глория с мячом. 7 секунд у нас остается. 5. И потеря. И заканчивается третья четверть. 40-18. Впереди команда Пушкина. Вернемся в четвертой четверти. Продолжается наша встреча. МБА Глория против Пушкина. 2005-2007 год играют. И Юрий в проходе находит своего партнера по команде. Тут 11 номер. Чуть-чуть с прицелом ошибся. 11 номер игрок Пушкина. Роман. Ефим с мячом. Отдает передачу на 9-го. 9-й обратно на Ефима. Ефим находит Богдана. Тот потерю делает. Ефим с мячом. Ой-ой-ой. Блокшот организовал 22-й номер и... подбор за 22-м номером. Юрий в проходе. Мажет. И Ефим. Ефим с мячом. Можно организовать быструю атаку, но не видит партнеров. Все, уже все прибежали. Начинает позиционную атаку. Пробежка. Судья свистит. Показывает игроку, что он не прав. Не нужно спорить с судьей. 22 номер на Юрия. Юрий. Юрий мешкается тут. Хорошая скидка на 22-го. Павла. Павел. Ай-яй, не засасывает в кольцо мяч. И Ефим разгоняет атаку. Ефим в проходе находит партнера. Промахивается, к сожалению, 10-й номер игрок команды МБА Глории. И Ефим. Ой-ой-ой. Потерю делает 9-й номер МБА Глории. Юрий, 3 очка, молоко. Разыгрывать будет атаку МБА Глория.
Ефим с мячом. Начинает атаку. Просит партнеров выстроиться. Ефим, 3 очка. Забивает Ефим. Вау, что за игра от Ефима. 40-21 на табле. И Пушкин остается мяч. 12 номер. Кидает кирпичом в щит, но продолжается атака. Александр. Показ. Александр. Можно кинуть. Можно кинуть. Подсказывают ему партнеры. Тут на Павел. Не заскакивает в кольцо мяч. Ефим отдает передачу на 9-го. Александр, нулевой номер, получает 5-й персональный фол и садится на скамейку запасных. 13-й номер, если него выходит, это Федор. Начинает атаку 9-й номер на Ефима. Ефим, хороший кроссовер показывает. Ефим, ой, спин-мув, что за спин-мув от Ефима? Хорошую игру демонстрирует нам Ефим. А парню, возможно, 15 лет, может и 13. Забивает первый штамм бросок. Счет у нас 40-22. Впереди команда Пушкина. Ефим. Будет ли второй организованный бросок? Нет, не забивает. На подборе Павел. Разыгрывает атаку. 13 номер Федор. Федор на... Ой-ой-ой, на 11 номера. Романа забивает. Трехочковый бросок, Роман. И удваивает свое преимущество. 21 очко разницы теперь. Ефим окручивает. Делает передачу. Ой-ой-ой, показ какой сделал, 9 номер, но... К сожалению, не дошла передача. Идет атака от Пушкина, 13 номер. Ай-яй-яй, мажет Федор. Замену у нас производят игроки команды. Начинает атаку Ефим. Ефим с мячом отдает на 4-го номера. Ефима тоже. Ой-ой-ой, Ефим накручивает здесь. Алексеев, Ефим отдает передачу на Богдана, Давида. Тот мажет со средней дуги. И хорошие 2 очка организует Павел. Начинает атаку Мба Глория. Ефим не забил, к сожалению, хотя проход очень хороший был от Ефима. Ой-ой, бросочек от 12 номера. Забил, к сожалению, и тут будет атака у Мба Глория. И замену производит у нас команда Пушкина. Начинает атаку Эмба Глория. 5 минут 30 секунд остается до конца четвертой четверти. И через 5 минут мы узнаем победителя данной встречи. Судья у нас шутит тут. 7-й в атаке. Отдает передачу на 14-й Андрей. Седьмой номер совершил пробежечку. Будет атака у Эмба Глории. Пробежку показывает судья. 12 номер замешкался в ногах или не подобрал ноги и не сделал удар раньше времени.
тут Федор. А, не забивает. 2 очка. И тут на подборе 14 номер. Это Андрей. Опять-таки не могут реализовать хотя бы хотя бы 2 очка. Игроки команды Пушкина. Ефим. В проходе. Силовой проход нам всем показывает. И 12 номер. Скидку отдавал на Ефима. Марк. Четыре минуты остается у нас. Ой-ой-ой. Хорошая взаимоигровка игроков команды МБА Глория. И Максим сумел отличиться. 10 номер в проходе. Эдуард. Эдуард находит. Извиняйся. Туда посмотрел МБА Глория. В атаке. По-моему, пробежечка была, но судья молчит. Играем дальше. Опять быстрая атака. Что ж такое? Какие-то быстрые атаки у нас сегодня идут. Ой-ой, Ефим на дриблинге. Двоих обходит. Будет троих обходит и... отдает передачу на 14 номер. 14 номер. Ой-ой-ой. Бросает средний бросок, но не попадает. И зарабатывает на себе фол. 14 номер. Продолжаем нашу встречу. Теперь что с нами бросок. Промахивается 14 номер. И подбор за Пушкина. Второй бросок тоже промазал. Быстрая атака. 7 номера. Пропустили. Роман забивает 2 очка. И атака за МБА Глории. Тут 12 номер. Марк теряет мяч. Потеря у нас была. И... замена. У команды МБА Глория выходит на паркет 15 номер и 17 номер. Ой-ой-ой, трехочковый мимо, к сожалению. Тут на подборе 13-й. Федор, Федор на Романа. Роман промахивается и не забивает. Андрей. Андрей с мячом. Средний бросок. Врач у нас тут наготове. Нормально все показывает. Мужик, хотел сказать. Играть дальше. 14 номер. Ой-ой-ой. Андрей у нас отличился 2 очками. Четырнадцатая атака на 15-го. 17-й в проходе. А, не доходит скидка до 4-го. Борются игроки. Никто не хочет отдавать мяч. И тут средний бросок от 17-го номера. И Роман бежит. Андрей с мячом. Забивает. 10 номер. Игрок команды Пушкина. Даниил. 2 очка. 20 секунд до конца 4 четверти. 16 номер. Финтит здесь. И... десять секунд остается. Андрей на 7-го.
5 секунд остается. Эмба Глория будет завершать атаку двумя штрафными бросками. Какие-то неполадки у нас произошли. Сейчас 14 номер будет бросать штрафные броски. Первый штрафной бросок. Забивает от щита. Второй мажет, к сожалению. Но 3 секунды остается. И тут... Ой-ой-ой, убрал как на показе. И все, завершается атака. Поздравляем команду Пушкина с победой 51-23. Хорошая результативная игра. Спасибо вам, что оставались с нами. До свидания.